have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, сегодня у нас Бусан, в котором мы были уже в челленджах, но здесь почему-то, ну, я не знаю, по крайней мере, по-моему, в ЖД нам засчитывали, если мы были в челлендже, то нам потом засчитывали пройденный город, но поехали сегодня, потому что нам нужно его дальше до прохождения, опять же, как я говорил в прошлый раз, что сюда бы лучше ехать на поезде, но что поделаешь. Маемо шумаемо. У нас два моста, три реки. Спасибо, все отлично. Хорошо. Оно такое розовенькое все, знаете, южнокорейское, прикольно, кей-поп. Ладно. Если сильно увлечься, то назад дороги не будет. Поэтому, да, осторожней с такими вещами. Давайте, может быть, немножечко, чуточку, чуть-чуть подмотаем. Хорошо, подмотали. Вот так сделаем. Да ладно тебе. Дайте, пожалуйста, плиточек еще. Будьте бобры. У нас суббота сейчас. Так, 9. 10 человек развезли, обслужили. Давайте к воскресенью мы сейчас включимся в нормальный темп. Два моста, да, конечно, потому что они у нас позаканчивались. Спасибо огромное. Почему именно к дому надо было? Ну вот серьезно, почему именно к дому надо было? Вот, ну вот, блин, аж бесит прям. Пофиг на вас, давайте вот это все постираем сюда. Сделаем общую циркуляцию транспорта. Я тут хотел избежать немножечко, оно влепилось. Ну, то есть у меня там выезд из дома, и прям туда въезд в торговый центр, чтобы... Ну, вот прям невозможно было туда поставить ни рандебаут, ничего. То есть максимум светофор. С светофором мы знаем, как тут работают, так что... Ладно. Интересно, какой второй торговый центр появится. Ну, пока что... Кстати, что-то давно не было ЖД, вы не считаете? Ну, то есть... Сколько у нас по одно время там было, по-моему, подряд то ли две, то ли три карты с ЖД. Я не скучаю по ним ни в коем случае, просто что-то сейчас я про них вспомнил, такой, о, а что-то их давненько не было. Был бы, знаете, какой-нибудь кроссовер, ну сделали же с ЖД, сделайте еще карту там с аэропортом каким-нибудь. Как в мини-Airways еще было бы, да? Чтобы тебе садятся самолеты и мешают транспорту проезжать. Ну, как бы это нелогично, но... Мини-Airways любят нелогичности. Это вполне было бы в их стиле. Мне кажется, сейчас начнут появляться домики где-нибудь справа внизу, там, где остров. Давайте... А, суббота уже. Чуть-чуть подмотаем. Появился у нас еще один такой торговый центрик. Давайте мы его сюда подсоединим. И домик вот с этой стороны подсоединим. Ну, тут как раз к этому подъезду будут все выходить. Хорошо. Как бы нам... Нам бы как... Но они пока едут, ладно, знаете, пока оно едет, пока оно работает,
Возьму-ка я себе еще два моста на всякий случай, потому что пока что я не вижу, куда мне ставить кольца. Ага. Ага. Вот так вот сделаем. И это сюда. Хорошо. Угу. Сюда. А ты сюда. Фиолетовый. Фиолетовый сюда буду сейчас ехать, в принципе, нормально. Они все так друг другу мешают, оно все так выглядит, фу-фу-фу-фу-фу, прям. Посмотрим, как оно будет. Гляньте, кстати, как тень от торгового центра отображается на речке. Оно такое прикольное, что-то в этом есть. А, пупенно, да. Угу, сюда. Же говорил, что там снизу справа начнут появляться. Ну вот как бы я и не ошибся. Сейчас надо будет ехать туда, ехать сюда. Нормально. Для розовых на самом деле можно было бы сделать вон там вон отдельную дорожку. Ладно, я передумал. Я хочу рандебаут. Давайте. Нет, хотя у меня один мост. Нет, у меня три моста. Давайте рандебаут. Я готов. Смотри, сейчас мне дадут светофоры хайвей. Вот потому что я попросил рандебаут, мне сейчас дадут светофоры хайвей. Ну тут, по крайней мере, по прямой все. Ага. Давайте сюда тоже проведем. Да-да, ты сюда пойдешь, так красивее будет. У вас тут свой подъезд, разъезд. Давайте воскресенье. Поехали. Не, прикинь, да, моторвей я возьму, потому что мосты у меня есть. Моторвей мне может, в принципе, пригодиться. Сколько у меня там плиток осталось? 16. 16 прям мало. 16 прям мало. Но заметьте, я ошибся в том, что мне дадут, но рандбаут мне все равно не дали. Но оно здесь относительно как читерски работает, то есть через него всегда хорошо проезжают, в отличие от светофора. Светофоры практически не работают, но по кругу тачки движутся очень хорошо. Там прям всегда хорошее движение. Они не застреют, ничего, так что все пучком. А, розовых бы, кстати. О, здрасте. Свой появился этот. Мне придется вот это дерево снести, к сожалению. Я это очень не хочу делать. Но мне надо будет сделать вот так. Розовых перенести на нижнюю эту, чтобы верхнюю дорогу освободить. Верхняя будет для оранжевых и синих, ну, относительно. Суббота. Давайте до воскресенья пролистаем сейчас вот последние 12 часов. Оп. О, наконец-то, хоть один. Спасибо. Поставим мы его сюда. И потом нужно будет посмотреть, есть, по-моему, еще у нас местечко, где могли бы поставить. Но пока что на очевидное, потому что сейчас появится второй торговый центр, и это будет трындец тогда. Давайте пока что перематываем. Трындец наступил не с того места, где я ожидал. А прям еще дальше можно?
Так. Пока что организовываем вот таким образом, потому что у меня слишком мало плиток. Будете вы ездить по первому хайвею, потом, когда у меня появится варик. То я попробую туда еще через мост какой-то трафик кинуть. Сколько у меня мостов осталось? Я только что два потратил. Нет, я один потратил, да, получается, осталось два. Вот мне вот эти два сюда и надо будет выкинуть. Офигеть просто. А можно нет? Не, ну в принципе, я же говорю, пока... О, это я тебя не заметил так. В принципе, пока что работает. А как там говорится, что работает, не трожь, да? Брось, а то уронишь. Воскресенье поперем. Во-во-во. Там появился второй этот торговый центр. И давайте. Мосты. Да, давай. Вот так делаем. Вот так. Вот так. Как... сюда подключаем. Да хорош, блин, появляться из ниоткуда, твари. Так, розового срочно сюда. Сюда. Сколько у меня? У меня два куска плитки осталось. Не, мне этого не хватит. Сколько мне сейчас кинули подряд? 3-4 торговых центра. Он такой, шух, держи. Живи с этим. Угу. Идеально просто. Давайте это мы сюда подключим. Хорошо, да-да-да, я вас понял. Ага. Мне нужно быстрее до воскресенья. Я понимаю, но мне же-то куда-то же ж надо же ж... Угу. Мне срочно нужно просто очень много плиток. Дайте мне сейчас варик просто плиток взять. Еще один моторвей. Получается, что да. Потому что иначе я это все не добью. Мне вот этот весь комьюнити надо чем-то подключить. Так, ладно, этот сюда. Этот сюда. У меня просто трындец, какая нехватка плиток. Ну, то есть так нельзя. Пятница. Мне вот этих через мост надо пустить, иначе вот тот торговый центр сбоку, ему трындец. Оттуда потихонечку выгребают, конечно, людей, но это очень мало.
Надо будет вот тут мост потратить сейчас. Сейчас покажу. Да, два моста и 20 этих. Вот сюда, во-первых. Сюда, во-вторых. Во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых. Сюда. С мостиком. Вокруг у меня плиток просто не хватит. Я и так потратил все сюда. Вы нафиг издеваетесь. А где? А где я возьму? А где я возьму? Серьезно, где я возьму? У меня есть хайвей. Это пока единственный способ, как туда добраться, потому что у меня нет плиток, опять же. Мне пришлось сейчас за вот этот один ход, за те три хода расхлебывать, так что... Угу, отлично. Офигенно просто. Давайте скорей. Просто 40 плиток, да. Спасибо тебе огромнейшее. Сюда, сюда, сюда. Давай подключаем. Дофигища всего подключаем. Так, ты идешь сюда, не твой район, но пофиг. Главное, чтобы дом был подключен. Два въезда надо. Хорошо. Пусть с этой стороны тоже заезжают. Вот этот вот район сюда. Быстро поехали все. Они вот тут проехать не могут. Офигенно, да? Так. Давайте едьте скорее, забирайте. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, я понимаю, что мы уже прошли, но, блин, ну надо. Они не успевают в таком количестве приехать. Типа, да, они приезжают, забирают, но они не успевают в таком количестве приехать. Отлично, сюда. А ты как там оказался? Ну, пофиг на тебя. У меня их нету, просто хорошо. Они сюда не успеют просто. Оранжевые еще хоть как-то разгребают, а эти сюда просто не успеют. Их туда много выехало, я не спорю, да? Но... Моторвей. Ну, скорее, пропустите его, они же едут забирать, пропустите. Ну, вот же ж приехали уже. Да, блин, трындец, стоит машина на выезде. Блин, там же две полосы на въезд, на выезд, стоит машина на выезде. Не пропускай тех, кто хочет въехать. А как вы рассчитываете, что он заедет? Ладно, короче, 902 человека, ну, на самом деле, хороший результат.
Ну, такие моменты меня иногда шокируют. Если бы дошли до 1000, открыли бы челленджи. Ну ладно, у нас есть еще Рейкьявик и есть Ванкувер. Пойдем посмотрим, что нам эта неделя предлагает на самом деле. Чингмай. Я хочу всего по одному начать совсем так. Получаешь двойное число Motorways. И больше деревьев, опять же, чем мы играли в прошлый раз, да? И вот нам предлагают в Лиссабон сходить в третий раз. Пойдемте в Чингмай сходим на челлендж. Мне он кажется... И вообще недельные челленджи выглядят интереснее, чем дейлики. Каким-то образом, да. Вот первый же мост я его сразу же и потратил. Не то чтобы всего по одному, это прям такой офигенный бонус. Блин, я помню вот это вот расположение квадратика. С ним было интересно. Вот, ну. Опять же. Это говорят, что в жизни нужно попробовать все. Мало кто имеет в виду астрофизику, правильно? Зачастую оно... Нет, смотрите, тут примерно 50 на 50. 50% это мои какие-то недочеты и неправильное руководство. Из-за этого я проигрываю. Хорошо, тут я полностью согласен, принимаю. А еще 50% это когда игра создает тебе искусственный дефицит, а потом резко набрасывает тебе то, что нужно, 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 а ты с этим уже ничего сделать не можешь. То есть, по идее, ты должен был уметь справиться с этим, но на самом деле игра тебе говорит, иди к черту. У меня второго моста нету. Ну, да, я молодец. Мне бы второй мост, чтобы они с той стороны ездили. Было бы вообще идеально. Ну, может, дадут сейчас. Посмотрим, у нас пятница. Давайте немножечко мотнем. Посмотрим, что нам дадут. Да я хочу еще один мост. Вообще, вот в таких вот ситуациях мостов много не бывает. Это твоя единственная... Они становятся таким бутылочным горлышком. Это твоя единственная способность как-то разрулить ситуацию, сделать окружную по мосту или что такое. Но почему так редко получается вот это вот, что, типа, когда перемещение по мосту в два раза быстрее происходит. Мне это понравилось в прошлый раз. Сделайте еще раз. Да, давай. Да, давай. Сюда. И вот сюда. А тогда вот это мы отрезаем. Вот это делаем вот здесь. А вот это делаем вот здесь. Во. Ни разу не красиво, но ладно. Главное, работает. Если мне вдруг резко понадобится, я могу один мост отсюда снести. Я его пока поставил просто для удобства, но если мне сейчас скажут, на правом берегу надо что-то это, то я могу отсюда убрать один мост. Мне даже не придется ждать воскресенья. Пока поработаем по той схеме, которая удобная, а потом уже решим. Желтый у нас просто сразу стал большим. И туда прям много надо. Вообще по-хорошему. Ага, спасибо. Насчет про по-хорошему. Вот так сделаем. И вот так. Не понадобится этот мост. А еще один, давай, давай. Ничего не поделаешь. Угу.
Нам придется эти системы соединять. Но пока что два домика обслуживают тут, два домика обслуживают там. В принципе, нормально. Вот мы и приехали, собственно. Придется делать перекрестки. Тогда вот это все должно быть соединено. Вот сюда. Вот так, вот так, вот так. И вот так тоже. Отлично. Офигительно. Такой кружочек заехал, за ним потом дорогу подтерли, нормально. Ой, ну как идеально на то место стал четвертый домик, прям хорошо. Я понял тебя. Есть еще мост? Есть один. Давай вот сюда. Вот сюда. И... А как ты ожидаешь, что это произойдет? Мне и то есть. Я тогда возьму рандбал, просто за это больше плиточек дают. Так пока сделаем. То, что у нас тут по одному мосту, вот я же говорю, мне оно прям трындец как не нравится. Вот очень. Вот так вот еще нужно сделать. Пока вроде везде до всего есть доступ. Сейчас посмотрим, как оно там дальше будет работать. Куда бы можно это... Да, давай. Кольцо движения, оно никогда не помешает. Классно. Сюда можно его мимо деревьев кинуть. Хорошо, я вас понял. Мост и 20, да, конечно же. Мост и 20. Чуть не хватает. Ну тогда мы вот это пока уберем, оно нам не принципиально. А вот это добавим, сделаем себе два огромнейших вот этих объездных моста. Пока что ими никто не пользуется, но это пока что.
Но выглядит они, кстати, классно. Я знаю, что это очень большая трата ресурсов и, скорее всего, не особо продуктивно, но мне кажется, выглядит оно шикарно. Во-первых, а во-вторых, в будущем оно будет вот тут вот по краям появляться, и они будут пользоваться спросом. Давайте немножечко... Пятница, суббота, воскресенье. На воскресенье остановимся. Ага. Ну ладно, пусть будет вечер субботы. Можно будет вот этот вот голубой домик сюда скорее подключить. Сейчас посмотрим, сколько нам плиток дадут. 20 нам дадут. Значит, сюда. Вот так оно будет. Жаль, что нельзя какие-то... Ну, то есть мост, конечно, мост. Что нельзя вклиниваться в него. Нельзя делать более сложные конструкции. Хотя, ну, для приличия нужно сказать, что я не особо часто видел такие более сложные конструкции. И они же не зря называются сложными, потому что их сложно создавать. Тут ничего не скажешь. Да... Ну, тогда безвыходно. Пока что так. Пока что так. Видите, вот этот мост внизу сейчас, он прям будет палочкой-выручалочкой. 11 плиточек еще осталось. Да, по нему поехали. Отлично. У меня такой вопрос, игра. А ты нафиг пойти не хочешь, блин? А как? Вот серьезно, как? Это трындец. Ты прикиньте, им сколько времени надо, чтобы добраться. Это 30 плиток. Ну его нафиг. Угу, спасибо, увеличили. Давай подключаем его сюда. Сюда. 24 плитки, надо бы немножечко подкопить. Хотя... Вот так можно сделать. Во-во-во, чтобы желтые сюда вниз шли, хорошо. Это бесполезно здесь. Можно сюда... Сюда. Фиолетовый, да? Вот этот верхний мост убираем. Он не нужен. Нужен вот этот. И... О, еще один мост. Отлично. И нужен... Сколько у нас? 34 плитки. Нужно вот так.
Так, сюда светофор... Не, знаете, не светофор. Сюда вместится? Да, давай, идеально будет. Давайте, разъезжайтесь быстро. Ну ж, пока все старые разъедутся, они будут вот в таком вот положении. Вот так. Поехали, ребят. Иначе там мы же там загнемся. Вот тут... Как вы на кругу умудрились застрять? Что вы за люди-то такие? Два круга умудрились забить. Как так? Что? Почему? Сюда желтых срочно надо, но сюда желтые не едут. Не, они туда, конечно, едут. Там у нас два огромных торговых центра забиты, ну, два средних. Ну, вот, ну, такие, не, нам нормально. Мост. Чтоб сюда желтые ехали не вокруг, а вот так вот. Ну, они пользуются этим мостиком, хорошо. Попробуем немного разгрузить желтые эти. Типа они там, оно там все держится на таких соплях. Еще одного ХВ нет, нет, конечно. Прекратите, пожалуйста, творить хаос. Вы чё? У вас там нормальное централизованное движение. Что вы наделали? Блин, ну тут наши полномочия, все. Тут, ну, тут в основном розовых, конечно, не хватает, потому что они там стоят все по пробкам, хрен знает где. Гляньте, в домах практически... Блин, у меня тут два неподключенных дома с розовыми, и... Трындец просто, я только сейчас-то заметил. Они такие стоят аккуратненько, мне не хватает этих машин, они там стоят такие, припарковались... Хорошо, опять же, почти 9 сотен, 839 человек. Мы сегодня под 9 сотен на одну карту, 9 сотен другую карту. В принципе, нормально. У нас осталось два места. Есть Рейкьявик и Ванкувер. Так что будем, наверное, готовиться к тому, что скоро эта игра будет пройдена. Но, опять же, у нас остались еще челленджи. Они тут достаточно интересные. Так что я не против сюда приходить и играть в них пока что, ребятушки. Будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.